Все мы знаем, что актерская карьера Неслихана Атагуль была идеальным. Актриса стала мега популярной после выхода сериала «Черная любовь». После сериала «Черная любовь» режиссеры посыпали актрису проектами. Жаль, радость актрисы длилась недолго. После того, как актриса с улыбкой на лице начала сниматься в сериале «Дочь посла», она резко начала худеть и чувствовать боли в животе. В одной из серий актриса потеряла сознание. Актрису отвезли на машине скорой помощи в больницу, где ей была поставлена ужасный диагноз – синдром дырявого кишечника. Какой бы позитивной ни была наша красавица Неслихан Атагуль, она все-таки пала в депрессию, из которой до сих пор не вышла. Она нормально не может есть все. Она не может сниматься долго в сериалах из-за своей болезни, которая иногда сопровождается сильными болями. За улыбкой нашей замечательной актрисы скрываются горькие слезы. Актриса попробовала перебороть свою болезнь и сниматься в сериале. Итог мы все знаем, как актрисе пришлось трудно, и иногда сериал пропускал свои еженедельные показы. Актриса любит своего мужа сильно из-за того, что Кадир всегда поддерживает ее и помогает во всем. Не дает, чтобы Неслихан думала о своей болезни или же думала о своей карьере. Желаем, чтобы актриса вышла из депрессии и чтобы снова радовала нас своими проектами.